Как ты говорили, что постельные сцены точно не для вас, какие-то откровенные. Так же, как и Максим. Да, но если мы говорим о каком-то супер-крутом партнере, ну, то есть постельная сцена с Ди Каприо, и вы даже думать не будете. То есть вы думаете, что у актрис как-то может повлиять на выбор, будет постельная сцена или нет, только выбор партнера? А то, что, например, тебя Ди Каприо как-то крутит, вертит, я не знаю, наклоняет, переворачивает, кувырки с тобой какие-то делает. Ди Каприо же. Да вы знаете, даже если это Ди Каприо. Я согласен. Да?